слышал об этом раньше. Слушайте, жители Хариниса, по прямому указанию достопочтимого лорда Хага сегодня вступает в силу следующий декрет. Я полностью с тобой согласен. Совсем жизни не стало. Я всегда это говорю. Нам остается только. Ему нельзя доверять. Но там, где стоял Аданос, находилось место, где не у Иноса. Интересно. Мой муж думает о другом. Кто это сказал? Я видела это сама. Кто это сказал? Ему лучше заткнуться. Он не может угодить всем. Так может продолжаться вечность. Это именно так, как у меня я сказал. Нет времени на это. Никому не интересно мое мнение. Я теперь даже не знаю. Это было всегда очевидно. Thank you.
Стой! Куда это ты идешь? Я хотел... Здесь не на что смотреть. Иди своей дорогой. Я хочу попасть на борт корабля. Никому не позволено входить на корабль. У меня есть приказ. Я должен убить всякого, кто войдет на корабль без соответствующего разрешения. Во имя Иноса я буду защищать этот корабль даже ценой своей жизни. Собственное мнение на этот счет. Это не удивляет меня. Тоже мне большой удивление. Нам остается только ждать. Ничего не изменится. Ты уже знаешь, что я думаю. Я полностью с тобой согласен. Не говори об этом никому. Я теперь даже не знаю, кому верить. Эй! Он нет, почти ничего. А почему ты не с Ли и наемниками? Я с ними. Просто я сейчас не на ферме. Можно сказать, я их аванпост в городе. Мы не хотим, чтобы корабль уплыл без нас. А зачем ты пришел в город? Ты хочешь сказать? Мне во что бы то ни стало нужно поговорить с паладинами. Что тебе нужно от них? У них есть амулет, глаз Иноса. И я должен заполучить его. Некоторые проблемы решаются сами собой. И ты думаешь, они отдадут его тебе? Тебе никогда не попасть в верхний квартал города. Я что-нибудь придумаю. Конечно, если ты сможешь снискать уважение горожан или станешь мальчиком на побегушках в ополчении. Ему лучше заниматься. У меня есть выбор. На твоем месте. Я бы пошел на ферму Анара и поговорил с Ли. Я уверен, он найдет способ попасть в верхний квартал. Кто ты сказал? Расскажи мне подробнее о наемниках. Ну, если ты так же силен, как был в долине, то у тебя не должно возникнуть проблем с ними. Большинство из них настоящие головорезы. И если ты не сможешь дать им отпор, то далеко ты не продвинешься. Если ты проявишь слабость, у тебя не будет шансов присоединиться к ним. Как мне найти ферму лендлорда? Я могу отвезти тебя туда, если хочешь. Я все равно уже слишком долго здесь ошиваюсь. Ополчение в гавани бывает редко. Но все же не стоит рисковать и вызывать их подозрения. Хорошо, пошли. Пошли. Иди за мной. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Я видела это сама. Как это типично для него, кто-то должен делать это. Все об этом знают. Он почти не отдыхает. Кто это сказал? В этом месте порядок и хаос были равны. И так было создано море. Я не знаю, где его так отделали. Но это ужасно. Кто-то должен делать это. Правда? Как интересно.
Иди сюда, подлая тварь! Иди сюда, подлая тварь! Из этого не выйдет ничего хорошего. Покажи этим тварям, где раки зимуют. Там ничего нет. Там ничего нет. Пришли. Что ж, оставшуюся часть пути ты сможешь пройти сам. А мне нужно возвращаться в город.
Просто пойдешь по этой дороге. Но помни, сумей постоять за себя, не нарушай закон, и все будет в порядке. Это не мои проблемы. Понятия не имею, скажи мне. Это не мои проблемы. Опять то же самое. С этим ничего не поделать.